Hello, друзья! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам механический душ для Minecraft Pocket Edition. Ну что ж, конечно, мы находимся в вот такой комнате, где стоит настоящий механический душ. Выглядит оно вот так. И что ж, при нажатии вот этого рычага у нас появляется вот такая водичка, которую вы можете просто искупаться. Я не знаю, зачем она нужна, но, по идее, нужна для какого-то очень крутого домика. Ну что ж, выключаем, и, как видите, вода у нас исчезает. Ну, давайте начинать или приступать к работе этого механизма. Сначала строим необходимую комнату. Будет примерно вот такой, можно, конечно, ее расширить, смотря какая у вас будет ванная комната. Так, делаем нашу ванну, и это вот такая наша ванна. Нужно расширить стенки, чтобы они были маленько пошироче. Так, так. И теперь делаем их высоту. Потихонечку все это делаем высоту. И, друзья, если сделать слишком низкий потолок, то все будет выглядеть как бы печально, я не знаю. Ну, давайте сделаем примерно вот такой потолок, 4 блока. Ну, самый лучший потолок, это, конечно, 5 блоков. Вот так. И что ж, и вот теперь такую каемочку делаем, и идем назад. И делайте так же, как я делаю сейчас на видео. Возможно, это вы можете запомнить, потому что это очень легкий механизм, но для него понадобится довольно много места. Но это можно, конечно, все еще улучшить, но я показываю вам просто, как работает сам механизм. Это довольно удобный, не могу сказать, что совсем компактный, но все же какой-то механизм. Так, а здесь можно, наверное, нет. Здесь не надо срезать ничего, все нормально. Сюда ставим наш хлипкий поршень и на него ставим блок, который будет закрывать нашу дырку. Вот так. И теперь самое важное, проводим редстоун, то есть делаем для него дорожки. Вот так. И вы можете, конечно, сделать редстоун пониже, и тогда рычаг у вас будет тоже пониже. Вот, и по идее все у нас почти готово. Самое основное, еще размещаем наш рычаг. Так, вроде здесь, да? Так. Да, вот здесь вы можете сделать, как я сказал, пониже, и все работает. Теперь осталось залить водичку и проверить, как это работает на самом деле. Вот так у нас текает водичка, но при нажатии рычага у нас все закрывается. Как видите, механизм целиком рабочий, и он очень-очень простой. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.